Выступит перед вами Дронов Николай Петрович, председатель исполнительного комитета движения против рака, член общественного совета и совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России. Он вам расскажет о порядке начисления и выписывания лекарственных средств. Добрый день. Как говорят мои коллеги по общественному совету при Минздраве России, которые сегодня из Санкт-Петербурга поехали в Москву, я абсолютно правильно сделал, что не пошел на это замечательное мероприятие под названием «Коллегия Минздрава России» по итогам 2012 года в Доме правительства, а поехал к вам. Вот, потому что наше мероприятие гораздо более полезное. Сегодня мы узнали, что 2015 год, это я сейчас от коллег, по Минздраву, по общественному совету Минздрава говорю, да, которые услышали, что 2015 год был самым неплохим годом для отечественного здравоохранения. Смертность у нас снижалась, рождаемость росла. Так что всех нас можно с этим поздравить, но только не всегда, к сожалению, удовлетворенность доступностью и качеством медицинской помощи мы видим со стороны пациентов, да, и мы это прекрасно знаем, поэтому еще есть над чем работать. Поэтому продолжим. Сама по себе тематика назначения выписанных лекарственных средств нами уже неоднократно обсуждалась. Просто сегодня тут пошла речь о лекарственных препаратах. Вот, в том числе возникали вопросы, а почему на 2 месяца выписываются, а не выписываются, а почему нельзя на год. Вот, это как раз те вопросы, которые освещаются в нормативных документах, в том числе и Минздрава России. Хотя, вы знаете, напомню еще раз, совершенно верно коллеги еще не заметили, что ответственность за лечение пациента у нас несет медицинская организация «Лечащий врач», это, кстати, в соответствии с законом, а отнюдь не Министерство здравоохранения Российской Федерации, которое, может быть, я не знаю, открою для вас новость, в принципе, не несет никакой ответственности за лечение пациента и, в принципе, не отвечает даже за организацию специализированной медицинской помощи практически. Вот, потому что это региональные все обязанности, и поэтому у нас, к сожалению, от региона к региону ситуация с организацией специализированной помощи, в том числе таких важных видов ее, как онкологическая помощь, кардиологическая и другие виды специализированной медицинской помощи, может разниться, ну и включая, конечно, ситуацию с лекарственным обеспечением, к сожалению. Вот. Основные документы, которые касаются вопросов назначения и выписывания лекарственных средств, здесь приведены. Сегодня возникал вопрос о препарате, который, допустим, рекомендован Минздравом. Я напомню, что у нас в стране медицинская помощь пока еще оказывается на основании порядков и в соответствии с порядками и на основании стандартов медицинской помощи. Сейчас этот вопрос будет пересмотрен. У нас в основу, так сказать, алгоритмов, вернее, будут установлены алгоритмы оказания медицинской помощи. И в соответствии с планируемыми поправками, которые тут мы недавно обсуждали, я, честно говоря, долго думал, как бы, так сказать, хорошие эти поправки или нет, но, тем не менее, счел возможным поддержать. У нас будут введены обязательные протоколы лечения или клинические рекомендации, которые порядок создания и легитимизации которых будут установлены этими поправками к закону. Вот эти документы будут создаваться профессиональными сообществами, поэтому поменьше надо читать газеты, типа там «Здоровый образ жизни» и прочие вот эти вещи, да, или там штампы какие-то рекламные, типа «Минздрав рекомендует», как абсолютно заметил сегодня коллега, да, если в средствах массовой информации идет реклама лекарственного препарата, мы знаем, о каком лекарственном препарате сегодня тут уже упоминалось, да, и даже если это делают уважаемые авторитетные люди на уважаемых авторитетных радиостанциях. Я по поводу как раз вот этой конкретно неприкрытой рекламы задавал вопрос начальнику соответствующего управления Минздрава России, как бы, да, который должен за этими вещами следить. Но, к сожалению, это коммерческая реклама, поэтому и нам важно знать информацию достоверно из первых рук, то есть от специалистов, от докторов, а не из средств массовой информации.
Вот, поэтому и лекарства, соответственно, назначаются пациенту в соответствии с теми сейчас имеющимися стандартами медицинской помощи, которые, в принципе, все равно создаются на основании клинических рекомендаций. Я просто сказал, о чем идет процесс легитимизации этих клинических рекомендаций, потому что все-таки стандарт медицинской помощи – это инструмент для организаторов здравоохранения, экономистов, и нас с вами он, в принципе, по большому счету особо касаться не должен. Вот. Основным документом, который сейчас регулирует вопрос порядка назначения и выписывания лекарственных средств, является приказ 1175Н от 20 декабря 2012 года с некоторыми поправками, которые в первую очередь касались недавно вопросов либерализации порядка назначения и выписывания, так сказать, лекарственных и выдачи лекарственных препаратов, обезболивающих в том числе, да, были, знаете, большие проблемы в этой, в области этой тематики. Сейчас там ведется работа, и наконец-то ликвидировали это пятое колесо в системе правоохранительных органов госнаркоконтроль. Вот. Есть важные такие документы, как распоряжение правительства, я здесь не привел актуальную редакцию, к сожалению, это распоряжение правительства, так сказать, конца декабря 2015 года, это перечни лекарственных средств, все виды перечни лекарственных средств утверждают у нас правительством, это документ, который говорит, например, о том, а что же у нас относится к жизненеобходимым важнейшим лекарственным препаратам. При этом, допустим, эти жизненеобходимые важнейшие лекарственные препараты на самом деле в этот перечень попадают исключительно с экономико-административными целями. Да? То есть они могут таковыми не являться на самом деле. Скорее, там, с точки зрения, наверное, лечения, как мне кажется, таким препаратом можно назвать перечень минимального ассортимента, который должен быть в аптеках. Да? То есть это то, что нужно подавляющему большинству пациентов, вне зависимости от так сказать, диагноза. Да? Но вот есть перечень жизненеобходимых важнейших лекарственных средств. На самом деле нас он касается все равно, потому что именно на основании этих перечней формируются региональные списки, региональные льготы, как правило. Надо помнить, что полномочия на назначение лекарственного препарата имеет только лечащий врач, а в определенных случаях лицо его заменяющее. Ну, это фельдшер, может быть, в фельдшерско-акушерском пункте, там, где нет врача, вот, при наличии у него соответствующих полномочий. Ну, индивидуальные предприниматели указаны, это действительно те, так сказать, субъекты, которые это частные клиники, организованные в форме ИП, будем так говорить. Вот и врачебные комиссии. По поводу врачебной комиссии я скажу отдельно, потому что существуют, ну, различные, так сказать, тяжелые, скажем так, и не то чтобы тяжелые, а сложные для принятия там, лечения решения одним единственным врачом случай, когда требуется участие специалистов смежных специальностей или когда требуется назначение большого количества лекарственных препаратов, здесь, конечно, препарат назначается врачебной комиссией. Опять-таки, врачебной комиссии организации, где пациент лечится. Да? Назначение лекарственных препаратов происходит исключительно по международному непатентованному наименованию. Никакие торговые наименования писаться не могут. Это сделано с целью соблюдения законодательства об антимонопольной деятельности. Вот, и это общемировая практика. Поэтому, когда мы говорим о том, что дайте мне там оригинальный препарат, я не хочу дженерик, к сожалению, у нас такого права требовать выписки оригинального препарата нет, за исключением там, двух случаев, которых скажу ниже. При наличии медицинских показаний, как раз и при индивидуальной непереносимости или пожизненным показаниям, опять-таки по решению коллегиального органа медицинской организации врачебной комиссии, может быть назначены лекарства, которые не входят в стандарты медицинской помощи или в какие-то списки, да, но они жизненно необходимы пациенту. И препараты, которые назначаются по торговым наименованиям, но это как раз относится к случаям индивидуальной непереносимости или, так сказать, наличия нежелательных явлений в отношении какого-то конкретного препарата для конкретного пациента. Случай, когда запрещено делать назначение, выписывать рецепт, мы не можем требовать от наших докторов, сегодня упоминалось здесь, что есть незарегистрированные лекарственные препараты, они не могут быть назначены и выписаны пациенту. Использование этих препаратов возможно исключительно в режиме, определяемом федеральным законом об обращении о лекарственных средствах.
61-м ФЗ в режиме клинических исследований, когда пациенты принимают добровольное обязательство и участвуют в клинических исследованиях. Надо сказать, что во многих случаях именно участие в клинических исследованиях помогало нашим пациентам получить самые современные медицинские технологии и реально спасти жизнь. Мы все время вот с Мариной Борисовной вспоминаем Наталью Николаевну Шестакову, председателя нашего, да, движения, когда ей 12 лет назад, в принципе, ну, практически было рекомендовано только лишь симптоматическое лечение, проще говоря, так сказать, терапевтические меры были исчерпаны. Она приняла участие в одном из клинических исследований, человек жив до сих пор. Сегодня это тоже такой достаточно уже распространенный препарат при лечении одной из нозологических форм рака. Так что это тоже надо помнить об этом, о возможности участия в клинических исследованиях. У нас установлены определенные сроки действия рецептов на лекарственные препараты. На наркотические психотропные средства сейчас срок увеличен до 15 дней. А на бесплатное получение лекарственных препаратов, соответственно, из льготных категорий – это 1 месяц. А гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам – 3 месяца. Да? Особенно это характерно для случаев, когда летом пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, а я напомню, что злокачественное новообразование – это обычно хроническое заболевание, такое же, как диабет и многие другие. Это очень актуально, потому что, когда определяется схема лечения, рецепт может быть выдан на 3 месяца. При определенных хронических заболеваниях этот срок может быть даже до года, но там есть определенный перечень, насколько я помню. Мы сейчас говорили в основном об амбулаторном сегменте. Когда пациент пребывает в стационаре, да, то есть находится в медицинском стационаре, в медицинской организации постоянно, не постоянно, а непосредственно, так сказать, на лечение, то немножко другой порядок согласования в определенных случаях при назначении большого количества препаратов происходит с не только лечащим врачом, но и другими, так сказать, участниками лечебного процесса, в том числе заведующим отделением. Также есть случаи, когда требуется комиссионное принятие решения, коллегиальное, при назначении лекарственных препаратов, которые не входят в перечень ЖНЛВП, при нетипичном течении заболевания, да, когда клиническая картина у какого-то пациента отличается от общепринятой для такого вида заболевания, наличие осложнений заболевания, либо наличие сопутствующих заболеваний, когда требуется мнение, допустим, доктора смежной специальности, потому что, в общем, при лечении новообразования могут возникнуть противопоказания, которые будут связаны с применением некоторых препаратов в части, скажем так, их нежелательности, если у пациента есть кардиологическое заболевание, да, там кардиотоксичность бывает у некоторых препаратов, допустим, здесь надо посоветоваться не только с онкологом, но и с кардиологом. Что касается на платной основе, сегодня говорили, что во многих случаях попадают препараты, в том числе в частные клиники, но скажем так, что право пользоваться платными медицинскими услугами – это право, а не обязанность наших граждан, к сожалению. Многие пациентские организации, ну и мы тоже как бы видим, что сегмент рынка платных услуг растет, и это несколько тревожит некоторым образом, да, население и всех нас. Но мы должны помнить, что основная масса, так сказать, основных лекарственных препаратов, конечно, мы сейчас не говорим о каких-то, так сказать, прорывных инновационных препаратах, в том числе иммунологических, которые вот-вот выйдут или вышли только что на рынок, да, и не входят ни в списки, ни в какие льготные перечни. Вот. Но, тем не менее, основные лекарственные препараты, они могут быть назначены бесплатно и получены за счет средств государственных, да, то есть средств обязательного медицинского страхования, региональных бюджетов пациентам бесплатно на основании, в том числе, 890-го постановления правительства и 81-й статьи 323-го закона об основах охраны здоровья, которая устанавливает требования к территориальной программе государственных гарантий, так называемые региональные льготы, да, потому что основное количество наших пациентов все-таки, слава богу, не инвалиды, а просто региональные льготники. Хотя те, кто относится к категории федеральных льготников, то есть признан в установленном порядке инвалидом, тоже имеют право на получение основного, так сказать, набора
Этот список тоже утверждается постановлением правительства. Для федеральных льготников лекарств бесплатно. Но опять-таки мы помним, что в ряде случаев даже инновационные препараты могут быть назначены пациенту бесплатно по решению, в том числе врачебной комиссии, когда это действительно, еще раз повторюсь, жизненно необходимо, и действительно, так сказать, все данные анамнеза такого пациента свидетельствуют о том, что применение такого препарата будет особенно эффективно и безопасно. Да, и именно только этого препарата, а никакого другого. То есть, когда речь идет о необходимости. Ну, про паллиативную помощь. Сегодня у нас очень оптимистичная, так сказать, тема такая была заявлена. Я думаю, что, наверное, нет смысла говорить. Тем более, что за последний год в плане получения обезболивающих препаратов сделано много. И сейчас это ситуация на постоянном контроле в Росздравнадзоре, Министерстве здравоохранения. Создана у Росздравнадзора федеральная горячая линия, куда можно позвонить. И проблема обычно решается быстро. Один раз там человек у нас позвонил на нашу горячую линию, пожаловался, что он, позвонив там в пятницу в 5 вечера, какого-то решения не получил. Так я вам скажу, как бы после того, как я об этой ситуации там отправил информацию в Росздравнадзор, об этом узнал руководитель Росздравнадзора, он мне позвонил, не поленился, да, как бы руководитель федерального органа исполнительной власти, разобрались, там всю информацию предоставили. То есть там следят за каждым таким случаем, в том числе за информированностью о том, как, где и при каких обстоятельствах можно получить обезболивающие препараты. Ну, вот это вот как раз бесплатное лекарство в амбулаторном сегменте осуществляется назначение выписывания как раз медицинским работникам первичного звена. И включая, кстати говоря, сейчас и обезболивающие препараты, совсем не надо ходить к специалисту-онкологу и требовать подтверждения необходимости назначения этого препарата у терапевта. У врача общей практики по месту жительства есть для этого все необходимые полномочия. Просто мы помним, что волшебная организация под названием Госнаркоконтроль выполняла всякий план там, своих работ и отлавливала врачей, которые назначали лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. К сожалению, такие случаи были. Я надеюсь, сейчас это канет в лету уже. Есть... Ну вот в первичной медико-санитарной помощи, еще раз я свернусь, вот здесь под пунктом 2 речь идет о так называемых семинозологиях, это не самая большая группа пациентов, у нас туда отнесены новообразования крови из онкологических заболеваний. Там самое дорогостоящее лекарство, это вот перечень людей этих, он существует в регистрах, люди все посчитаны, этих пациентов не так много, им обеспечивают инновационную препараты для лечения заболеваний новообразований крови за счет средств федерального бюджета. Вот. Первая категория – это федеральные льготники, потом семинозологии, и третья категория – это на самом деле граждане, которые относятся к региональным льготникам. Основная масса, так сказать, наших пациентов – это региональные льготники. Им тоже в режиме амбулаторном назначение на основании всех выписок из медицинской организации, осуществляющей диспансерное наблюдение и ведение больного, да, то есть онкологического диспансера регионального. Понятно, что в каждом регионе, это, как правило, одна такая организация существует. За редким исключением, в Санкт-Петербурге две городские организации такие, в Москве их несколько. Вот, есть еще ряд областей, где их по несколько штук. А так обычно есть один диспансер, и если там как бы врач обеспечивает наблюдение и лечение, то понятно, что людям, допустим, ехать там где-нибудь в Якутии или в Красноярском крае через весь регион к врачу за рецептом достаточно проблематично. Поэтому, в принципе, эти назначения могут быть сделаны, так сказать, выписаны лекарства, то есть выдан рецепт по месту жительства пациента врачом общей практики. Есть разные случаи, когда пациенты сталкиваются с проблематикой отоварить рецепт. Ну, вот на самом деле, одна из самых таких безобидных проблем, на мой взгляд, потому что есть институт отсроченного обслуживания. Если лекарства сейчас нет в аптеке, у вас должны взять рецепт на отсроченное обслуживание, зафиксировать это в журнале соответствующем и обеспечить лекарством соответствующий срок
там, 10 рабочих дней, а для лекарств, назначенных коллегиально, врачебной комиссии 15 дней. Вот. Но, к сожалению, во многих местах не делают этого под разными предлогами, потому что есть такой индикатор у Росздравнадзора. Они когда проверяют состояние лекарственного обеспечения, в первую очередь смотрят, сколько в аптеках неотоваренных рецептов. Поэтому для того, чтобы эта статистика выглядела нарядно, иногда многие особо одаренные, так сказать, организаторы здравоохранения всеми правдами и неправдами делают так, чтобы эти рецепты не попадали на отсроченное обслуживание. Но это неправомерно. Есть масса других, конечно, проблематических ситуаций, которые омрачают доступность современных технологий для наших пациентов. Но, тем не менее, несмотря на определенный сарказм по поводу того, что сегодня сказала Ольга Юрьевна, молодец, по поводу достижений нашего здравоохранения, надо сказать, что они есть. И мы видим, что за последние 20 лет онкологическая и медицинская наука, и клиническая практика сделала, и фармацевтика сделала огромный рывок вперед. Поэтому, в принципе, конечно, все познается в сравнении. Вот. И помощь, конечно, стала более современной и эффективной, но есть вот эти сложности, которые вызваны экономической, в первую очередь, проблематикой, да, труднодоступности лекарств, потому что, все лекарства, вновь выводимые на рынок, они, конечно, дорого стоят, потому что на их создание затрачено огромное количество денег и времени. На создание препарата может уходить от 10 до 15 лет. Поэтому, естественно, коммерсанты, так сказать, в виде фармацевтов, фармацевтической промышленности пытаются отбить эти свои деньги. Ну, понятно, да, у нас сейчас ситуация не очень благоприятная. Вместе с тем, основные препараты, которые надежно зарекомендовали себя в клинической практике, еще раз повторюсь, должны быть нашей категории пациентов предоставляться бесплатно, вне зависимости от того, инвалид этот человек или просто региональный льготник, не инвалид. Вот, поэтому, если есть вопросы, я готов ответить. Вопросы у кого есть? Микрофон, пожалуйста. Да, у нас идет трансляция, поэтому, если можно, в микрофон, чтобы слышали те, кто смотрит нас в сети интернет. Да, буквально секундочку. Слышно? Да-да. Выписан препарат Эссенциали Форте. На курс там пришлось, вот, может быть, еще выпишут, но пока там где-то на 8 тысяч. Причем выписан он был так, на бумажке. Принимайте Эссенциали Форте. В принципе, возможно ли получить какую-то где-нибудь компенсацию, социальную помощь или я уж не знаю как? Ну, социальную или благотворительную, наверное, может, где-то и можно получить, но я вам скажу, разочарую вас, это препарат не выписан. Мы можем вернуться к некоторым слайдам назад, если вы обратили внимание, в соответствии с приказом 1175 Минздрава России, выписывание лекарственных средств производится на бланке рецепта установленной формы. Выписки на бумажках или раздача пациентам бумажек с надписью там «Производитель компании Пилюлькин» или там «Лекарство такое-то», да, рекламное, в принципе, с точки зрения действующего законодательства об обращении лекарственных средств, не допускается. Понятно. А если мне в следующий раз выпишут на бланке? Если на бланке, то вам должны будут предоставить для льготного бесплатного рецепта существует соответствующий бланк. Вам должны его будут отоварить за счет средств регионального бюджета, если вы региональный льготник. Если вы инвалид, то вам отоварят за счет средств федерального бюджета. Вам, в принципе, все равно, за чей счет. Главное, чтобы оно было бесплатно. Да. Спасибо. Да. Скажите, пожалуйста, а если препарат зарегистрирован в России, но не внесен в список жизненно важных лекарственных средств, есть ли какие-то возможности получить такой препарат в случае, если он рекомендован докторами как современная и самая эффективная терапия? В частности, речь идет о препарате Зельбараф, применяющемся против метастатической меланомы. Спасибо. Я понял ваш вопрос, да, он достаточно частый, возможности есть, я сегодня об этом говорил, что такие препараты могут быть назначены по жизненным показаниям, по решению врачебной комиссии. Вот, на самом деле, я еще раз обращаю ваше внимание, что список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов существует в соответствии с действующим законодательством для одной единственной цели, для того, чтобы государство могло регулировать цены на эти препараты. То есть там устанавливается, для этих препаратов устанавливается предельная отпускная цена, чтобы производители не продавали это за безумные деньги. Да? То есть есть определенные для этого, эта цена регистрируется и потом вносится соответствующий, так сказать, список. А получить
препарат, который не входит в стандарт медицинской помощи, да, и тем более в списке во многие, в ряде регионов достаточно проблематично, потому что, ну, если есть, допустим, список вот препаратов, которые отнесены к региональной льготе, этот список является приложением, каждый год у нас принимают в каждом регионе свои территориальные программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Ну, достаточно сложно, да, но, повторюсь еще раз, там все основные препараты есть. Препарат, который вы назвали, насколько я понимаю, наверное, один из новых, да, это, ну, да. То есть недавно появился в клинической практике, поэтому, естественно, как бы он является дорогостоящим, вот, но он может быть назначен, поэтому никакие, так сказать, есть проблематика, знаете, какого рода, как бы наверняка вам рекомендовали этот препарат в федеральных каких-то учреждениях, допустим, да, или... Там, где вы проходили, мы имели возможность получать либо высокотехнологичную помощь, либо специализированную медицинскую помощь по направлению, да, из-за региона. Вот, когда человек возвращается по месту жительства, да, и продолжает там диспансерное наблюдение, лечение по месту своего жительства, как это положено, да, потому что у нас федеральные клиники не могут вести пациента бесконечно. Нет, теоретически, конечно, у института может быть, например, договор с территориальным фондом ОМС, но диспансерное наблюдение осуществляют два. Это городской клинический онкологический диспансер, да, который на Ветеранов, там, да, и, соответственно, за забором второе учреждение. Поэтому в данной ситуации... Есть проблематика, но Санкт-Петербург, наверное, не коснется, или Москвы впрямую, а вот регионов, где есть проблемы с финансированием, большие причем, да, это подавляющее большинство регионов, там, конечно, могут возникнуть трудности с преемственностью лечения, это есть такое, да, потому что попытки обосновать невозможность лечения каким-то препаратом ввиду того, что у нас нет денег, как нам часто отвечают организаторы здравоохранения, это, конечно, не правовое основание. Вот, единственным основанием может быть только, так сказать, отсутствие медицинских показаний к назначению этого препарата, по большому счету. Дайте микрофон, пожалуйста. Операция была Ленинградская 68, и нам, ну, рядом здесь. Ну, я понял, городской центр. Просто и сказали, нам больше там не выдадут лекарства, потому что у нас областная прописка. Нам, значит, придется врача менять. По месту жительства придется. Ленинградский областной диспансер есть. Менять врача, да, есть. Но областной, есть, да, есть областной эти... диспансер. Там, во-первых, надо встать на учет, жить, тогда он будет человек получать за счет средств. Просто за ваше лекарство платит Ленинградский областной фонд, а не Санкт-Петербургский городской. Вот и все. Все, поняла, спасибо. Вот. Еще один вопрос. Вот вы говорили об ответственности лечащего врача, а не Минздрава. А если лечащий врач не информирован о препаратах, которые вот уже, сказать, новые, известные, пациенту понятны и известны, а он не знает, и он просто не назначает и уходит всеми правду и неправдами от назначения или вообще согласования лечения вот с таким препаратом. Я вот возвращаюсь к трансфер-факторам. Они уже давно известны в нашей стране, они разрешены официально для применения. Но тем не менее, письмо методическое Минздрава есть. Но врачи не в курсе, не знают, у них нет опыта, они, естественно, эти препараты не применяют. А, допустим, у меня ряд аутоиммунных заболеваний, и мне именно вот этот трансфер-фактор очень показан и действительно помогает. Я с 2011 года применяю. Мне это очень нравится. Но каждый раз, попадая к врачу или к лечебному учреждению, я должна показывать письмо Минздрава, что это вообще разрешается, даже рекомендовано. Слушайте, у нас 1000 документов. Во-первых, письмо Минздрава не является юридически значимым документом. Вы, я уже поняла иерархии... с вашего документа. Нет, да. В иерархии у нас очень много органов власти, которые любят писать письма. Особенно тут, конечно, Минздрав не является лидером. Есть у нас великолепное учреждение, оно называется Федеральная налоговая служба. Вот там письма пишут тоннами. Вот. Ну, как бы, но эти письма не являются никаким, так сказать, документом ни в суде, нигде. Вот я вам могу сказать, что в любом случае решение о назначении препарата принимается с учетом диагноза, течения заболевания лечащим врачом. И лечащий врач, который допущен к оказанию медицинской деятельности, имеет сертификат. Поверьте мне, так сказать, все наши доктора, и вот даже те, кто здесь сидит, они все ездят и общаются со своими коллегами в Европе, в Америке, и хорошо осведомлены о действительно существующих во всем мире протоколах лечения. И бывает так, что действительно где-то, может быть, там самая новая информация не доходит до, допустим, в регионах, до наших, так сказать, коллег. Но, поверьте, медицинское профессиональное сообщество проводит большую работу вместе, кстати, с фармацевтическими компаниями по продвижению, в том числе, своих вот этих вот новых препаратов, и информация о них достоверна, и результатах их применения в клинической практике. Да?
А некоторые производители даже производят, так сказать, вот такую рекламу в лице там, известных ведущих на известной радиостанции, не будем говорить какой. Вот. Неважно, но, понимаете, вот это письмо не является основанием, чтобы назначали препарат. У нас бывали случаи, когда люди там прочитают где-то информацию недостоверную, говорят, вот, типа, это мне помогает, и да, давайте мне назначать тоже такой препарат, если кому-то помогло. В любом случае, как бы, если вы осведомлены, и вам известно, что существует стандарт лечения для вашего заболевания, да, или клинический протокол, вы можете всегда обоснованно сказать или сослаться на заключение консультативное, да, Федеральной медицинской организации, что нет, извините, вы меня тут пытаетесь, условно говоря, лечить активированным углем, а существует там совершенно новый препарат. Поэтому вот, пожалуйста, он зарегистрирован. А лекарственные препараты, которые зарегистрированы и выпущены в обращение в Российской Федерации, то есть законом о лекарственных средствах, они могут быть назначены в том режиме, о котором я говорил. Если их нет в списке, это не значит, что они не могут быть назначены. То же самое врачебной комиссии. И если вам действительно у вас большой позитивный ответ и, допустим, хорошие результаты применения этого препарата с учетом контроля его безопасности и эффективности, то он будет назначен без письма Минздрава, я вас уверяю. Потому что письмо Минздрава, как бы, слушайте, ну, я представляю, как они делаются, сам делал несколько писем Минздрава, когда нам надо было написать в регионы о том, что делается вот хороший проект «Школа пациентов». Я 6 месяцев ходил и спрашивал каждый день, а подписал Вероника Игоревна письмо? Подписала. Замечательно. Пришлите нам письмо, мы в регионы разошлем. Поэтому эти методические рекомендации – это информационная, так сказать, информационный документ, он не имеет никакой юридической силы и не является указанием для того, чтобы врачи назначали этот препарат к лечению того или иного заболевания. У каждого препарата есть инструкция и регистрационное удостоверение. Там написано, для чего, для лечения каких заболеваний он зарегистрирован. Смотрите, у нас все врачи, как правило, узкие специалисты. Ревматолог, ну, свои заболевания лечит, эндокринолог свои и так далее. И, как правило, они не пересекаются. А вот когда у человека, у пациента много разных заболеваний, ему-то что делать? Врачебная комиссия. Специалисты, да, в этом посмотрите, случае. Посмотрите, 90% врачей, которые проходят, так сказать, школу дополнительную, они говорят, мы не знаем про этот препарат, мы не в курсе. И когда я говорю, что я хочу вместе с их препаратами еще использовать вот этот трансфер-фактор, они говорят, ну ладно, раз письмо показало, они согласны. Не покажу, скажут, нет, не надо. Вот ситуация. Поэтому имеет ли вес методическое письмо или не имеет, верю вам, что не имеет, но мне это единственное помогает. Даже в больницах, когда я там нахожусь, я говорю, я еще вот этот принимаю. Ну ладно, раз есть письмо, пожалуйста. Николай еще раз повторюсь, да. Еще тут в сети еще вопрос. Да. Иногда возникает ситуация, ну вот возникает ситуация, когда нужные препараты отсутствовали в течение продолжительного времени, от нескольких недель до нескольких месяцев. А как поступать вот льготникам в таких ситуациях? Ну, к сожалению, когда препарат не закуплен или его физически нет, здесь сделать ничего невозможно. Вот сейчас там Общество рассеянного склероза бьет тревогу, у них основной препарат не закуплен, в регионе его нет. Я даже тут спрашиваю людей, где за деньги купить, ну нет его физически. Ничего тут не сделаешь в этой ситуации, надо требовать, чтобы органы здравоохранения как бы писать везде, и в Росздравнадзор, и в местный Минздрав или департамент, чтобы они оперативно проводили аукционы, которые они должны организовывать и проводить. Есть случаи, когда у нас пациенты покупали сами препарат. Значит, в этом случае люди покупали препарат при наличии рецепта, то есть препарат должен выписан быть и назначен. Если удавалось находить и купить, сохранялись чеки, а дальше, так сказать, именем Российской Федерации, наш самый гуманный суд в мире, обязывал соответствующее министерство здравоохранения, или в зависимости от региона, там Минфин, кто распорядитель является, ГРБС, главный распорядитель бюджетных средств по направлению здравоохранения, вернуть эти деньги гражданину на раз возвращаются через федеральное казначейство. У нас такая ситуация очень долго была в Московской области, пока там не начали наводить порядок в системе лекарственного обеспечения. 2,5 года новый министр работает, только-только начали, потому что там досталось такое наследство, мама не горюй, это был самый провальный регион с точки зрения лекарственного обеспечения. Вот, и люди просто судились, ну, имея назначение, там ни аукционы не проводились, ни, ну, знаете, есть понятие как бы
плохо налаженный менеджмент. Вот это имело место быть. Как бы человеческий фактор, там ряд совокупных, так сказать, объективных и субъективных факторов. В данной ситуации можно, при наличии назначения, можно потребовать потом, соответственно, эти деньги назад. Если в стационаре пришлось покупать лекарственные средства, ну, прямая дорога в местный ФОМС с чеками, соответственно, назад деньги. Потому что эти лекарства в стационаре оплачены из средств обязательного медицинского страхования. Все. Вопросов больше нет. Так что надо помнить о том, что у нас есть определенные права, и ими, так сказать, грамотно пользоваться. Вот. Ну, я думаю, Николай Павлович, да, вы, наверное, поддержите, Николай Павлович, да, что обеспечение дорогостоящими препаратами – это проблема. Проблема в стране в целом. Но и это проблема не только для медицинских работников. Эта проблема, наверное, носит уже такой государственный характер. И, наверное, однозначного какого-то пути, куда, как можно решить эту проблему, на сегодняшний, наверное, день мы не имеем. Это решается в каждом индивидуальном случае. Есть клинические исследования, есть широкий доступ к препаратам. Там есть какая-то альтернатива, это нужно, наверное, все-таки решать индивидуально с каждым больным. Больной должен решать со своим доктором. И тогда уже можем, ну, каких-то результатов мы добиваться. А так, конечно, проблем очень много с обеспечением. Мы понимаем много разных проблем. Системно в режиме ручного управления, конечно, как бы вообще каждое назначение индивидуально, это понятно. Но сколько вот мы существуем там, с 2008 года, как начали наши образовываться инициативные группы движения, да, и вот мы сегодня вспоминали, там самое первое было. Одна из первых в Питере, в Москве. Но мы постоянно поднимаем эту проблему. У нас есть определенные вещи. Нехватка денег в стране на лекарства. И, как я сказал, уже неэффективный менеджмент. Потому что иногда, сейчас там, в частности, Народный фронт всякий мониторинг проводит, мы с удивлением узнаем, что закуплены, там, условно говоря, энное количество препаратов там третьей линии терапии, но почему-то не закуплены препараты первой и второй линии. Вот. Ну, не хотелось бы там плохо думать, пусть контролирующие органы разбираются, почему так происходит. Это вот нерациональный подход. Да, как бы. Кроме того, я понимаю, что у многих организаторов здравоохранения в регионах стоит тяжелый моральный выбор, когда приходит там наш пациент и говорит, дайте препарат, который стоит 9 миллионов рублей, он ему показан, решение врачебной комиссии есть. А еще там у главного врача еще 200 человек, которых надо лечить, там, я не знаю, 5 фторорацилом, и денег на него нет. И он думает, одного вылечить или 5, или еще там диабетики стоят, митинг проводят, дайте нам инсулин. Вот, поэтому они более организованные, чем наши пациенты, уже лет 20 у них там ячейки действуют. Вот, поэтому, ну, мы предлагаем меры системные. Тут есть два пути решения, так сказать, оптимизация существующих процедур всех и поиск новых источников дохода. К сожалению, про новые источники дохода прям не хотят слышать. Ну, Минздрав пытался там наши некоторые инициативы двигать. К сожалению, у Минздрава не хватает лоббистских возможностей, потому что Минфин и Минэкономразвитие имеют свой взгляд на здравоохранение. Они там все тяжело здоровые люди, видимо, их эти проблемы не касаются, к сожалению. Но мы работу ведем, продолжаем. Это системная работа. Она за один день не делается. Спасибо, Николай Петрович.